Широкий ассортимент, хорошее качество и более чем доступные цены. Такие отзывы оставляют посетители выставки одежды и обуви, которая открылась в Тверском торговом центре «Олимп». Подробности в нашем следующем материале. Июль подходит к концу, а значит, остались считанные недели до завершения летнего сезона. Повсюду начинается пора распродаж. Вот и в самом центре областной столицы, на втором этаже ТЦ «Олимп», в эти дни тверичане могут приобрести одежду, белье и обувь лучших узбекских и белорусских производителей. Организаторы ярмарки отмечают, что они неспроста сделали ставку на продукцию именно из этих республик. С советских времен знают, что Узбекистан – это знак качества, что касается хлопка. Белорусские производители также уже на протяжении многих лет зарекомендовали себя как производители качественной и недорогой обуви, которая долго служит людям, которая нравится людям. Здесь можно приобрести самые разные летние модели. Платья, туники, сарафаны, халаты, комплекты для дома, сорочки для сна, обувь, спортивную одежду, а также нижнее белье и сопутствующие товары. Размерный ряд – женский до 77-го, а мужской до 66-го. Первые же покупатели сразу оценили и качество, и ассортимент. Ну и, конечно же, стоимость. Хорошее и ассортимент, цены и качество. Очень хорошее. Вот вторую пару беру обуви. Мне нравится. Я довольна покупками. Себе купила, и мужу купила обувь. Устраивают цены в первую очередь. Доступные цены стали возможными в том числе и благодаря широкой системе скидок, которые во всех цивилизованных странах традиционно сопровождают завершение сезона. Устроители ярмарки белорусских и узбекских товаров тоже сделали подарок для тверичан. Дорогие тверичане, специально для вас у нас действуют специальные предложения. На всю продукцию скидки от 30 до 50%. Так что ждем вас на нашей выставке. У тверичан и гостей областного центра еще есть время, чтобы приобрести белорусскую обувь и узбекский текстиль и при этом сэкономить. Ярмарка, открывшаяся на втором этаже торгового центра «Олимп», будет работать с 10 часов утра и до 7 вечера, до 4 августа включительно. Посетив эту выставку, вы сохраните частичку лета и зимой.